Здравствуйте, дорогие мои подписчики, все те, кто зашел на мой канал. Сегодня с вами Галина. Сегодня я пожарю кабачковые оладьи с сыром. Здесь у меня желтые кабачки свои. Значит, здесь вот я их почистила, натерла вот на терочке, вот так вот примерно. Вот такими штучками. Отжала сок. Здесь у меня 4 стакана граненых отжатых вот кабачков, вот этих вот. Небольшая луковица вот такая. И 2 зубчика чеснока я просто мелко покрошила сюда. Так, теперь дальше мы берем 2 яйца. Я их помыла, но они вытащили. Понятно, какие. Одно яйцо. 2 куриных яйца сюда разбиваем. Вот. Так, это мы выкидываем, это нам не надо. Давайте-ка возьмем тряпочку. Тряпочку. Масло у меня в сковороде отливается, сковорода с маслом. Значит, что? Возьмем мы соль. Намного я не буду солить, потому что сыр у меня тут соленый. И черный перец. Черный перец. Тут уже не буду я увлекаться. Кто хочет другие специи, пусть насыпет. Значит, берем вилочку. Запашок-то пошел от перца прямо черненького. Так, это все перемешивать буду. Так, кто хочет в блендере, пусть кабачок на трубочки перекручивает. А я натерла. На терочке. Вот у меня. А, ладушки. Так. Я их почистила. Шкурочка тонкая. Дальше. Дальше у нас идет сыр. Вот я натерла. У меня тут сметанковый сыр. Где-то здесь примерно, наверное, 200 грамм. Ну, я все, наверное, не буду высыпать. Еще оставлю. Еще можно для оладышек сверху посыпать сырком. Ну, в общем, я оставила. Так, все. Еще раз перемешаем. Вот какое у нас счастье. О. И у нас теперь пошла мука. Можно сюда сыпать стакан этих сухарей панировочных. Но я что-то не решилась на сухари панировочные. Я уже взяла нашу муку. Я сейчас посмотрю, какое тесто будет. Вот 4 ложки столовые туда закинула. Ну, чтобы у нас это было тесто нормальное такое. Не слишком жидкое, не слишком густое. А такое средненькое, чтобы оно у нас обжаривалось и переворачивалось. Оладышки наши переворачивались. Нужно было их хорошо перевернуть. Ну тут, если даже, как в рецепте указано, там я вычитала такой рецепт, что там стакан сухарей панировочных, ну тут уже будет стакан муки сухарей панировочных у меня. Ну все. Я считаю, что достаточно. Это будет тесто. Ну посмотрю, как еще я буду переворачиваться у меня. Так, а то можно еще добавить муки будет. Если сухари будет не сыпать, то да и муку тоже не сыпать. Надо бы минут 10, чтобы она постояла маленько, размякла. И сухари, когда будете сыпать, тоже, чтобы они маленько, так же, как манку насыпаете, чтобы она набухла, так же сухари. Это полчасика, чтобы они разошлись, размякли. Ну что, пойдем жарить. Все, нам больше ничего не надо. Мука, если что, я потом еще добавлю муки. Что у вас? А я поставлю еще. О. Сейчас мы быстренько сделаем. Так, вот что. Возьму я тарелочку. И сюда я буду вот так вот выкладывать. Вот. Ложечкой.
пока у меня масло хорошо нагревается. Ну-ка. Довольно нормальное тесто. Посмотрим, как оно будет держаться на сковороде. Ну что, ждем. Уже пузырьки пошли. Ну что, поехали благословлять. Еще надо постоять, чтобы оно маловато не нагревать. Еще сейчас постоит минуточку, я еще буду выкладывать, думаю. Ну все, поехали. Ой! Ну вот как всегда, в таком возрасте. Так бывает. Опять я брызгала стену. Разогняем, чтобы у меня красивые были. Здесь вот маленькую делаем. Середочку, серединочку. Ах ты моя красавица. Подлила, наверное, маслом. Ну куда? Вот так. Стоп, не брызгаться. Она еще брызгает. Ну тут водички, я сожрала все сок. Что ж вы такие? Некультурное это. И еще одна войдет у нас ложечка. Опа! Так, какой мы уменьшаем. Где моя тряпочка? А то у меня что-то там и так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Начнем тряпочкой. Хорошо. Опа! Видите как? Вот тут уже быстро огонечек-то у нас прибавило, температура уже быстро зажаривается. А я возьму вторую вилочку, лопатку я не хочу. Как-то привыкла к вилочкам. Опа! И поехали. Опа! Так, вот это вот первая ладошка, которая... Это самая первая. А здесь я еще ложечку добавила муки. Опа. Ну все. Оп. Вот. Вот стороной. Вот эта сторона поджарилась. А то нет. У меня тут середина в основном лучше поджаривается. Поэтому я вот ближе к серединке у меня уже они поджарились. А это вторая половиночка. Вот так вот раз ее. Опа. Вилочка раз. А это еще. Не можно ее переворачивать. Опа. Видите, как хорошо. Быстренько это все делаем. Будем жарить. Это я обрекать. Нажарим и покушаем. Кабачочки так сильно они у нас не идут, а это тут картошечка и тут так. А можно еще вместо сыра сюда еще можно картошечки было потереть, отжать. Как хозяйка тоже как делает, хоть как. Как хочет. Вот эту серединочку можно уже убирать. А эти кусаются. О, моя красота. Ты готова. Крутое оборудование. Так. Еще маленькую мы сейчас туда закинем. Опа. То можно еще вот эти вот оладушки еще перевернуть их разок в сторону, чтобы прожаривать. Красивое будет. Прожаренное. Ну что, брызговать. Масле. Будем жарить так до конца. Пока нам не понадобится.
Можно еще перевернуть разок. Я уберу вот так вот по книге. Девочка, вот тут нежненькие, вкусненькие, сырные. Ну, потом сейчас еще перевернем. Оп. Ну как? Вкусненькие, у меня тут еще жарится. Так. Это уже как раз. Ее можно убирать. Это тоже можно убирать уже. Так. Серединка схватилась. Схватилась. Опа. Вот. И еще парочку можно туда же закинуть. Вот у меня сырок еще остался. Я знаете, что сделала? Вот на каждый обжаренный, вот этот, вот пока они горяченькие, так буду сырок сыпать вот так вот. А у меня мелко натертый, на терочке, на мелкой. Вот. И пусть он стоит, будет сырком. Еще просто больше вкуснее. У меня будут вот такие вот оладушки. Так. Красавицы мои, красотули, красотули, самые красивые оладушки, самые вкусные. Опа, эти вот две уже схватили, можно тоже перевернуть, несколько раз переворачивать, чтобы они обжаривались. Опа. Тут еще, знаете, сыр плавится. Вот там же сыр. Ага. О. Вот эти сейчас уже на подходе. Я уберу. Тут еще положим. Ну, так будем. Таким макаром будем жарить. Все, нажарила я оладушки. Сюда вот я еще сверху. Вот видите, сырок. Пока не горячая, сыр натертый этот у меня что был. Так, где бы это, они все горячие. Но они все горячущие. Там сыр внутри. Ой, попробовать охота. Ах, тянешься, тянешься, как ты тянешься. Ну, в общем, здесь и чесночок, и сыр. И лучок вкусно. Они горячие, пусть они, когда остынут, они будут вкуснее. Так что, кто сейчас кушает, всем приятного аппетита. Не болейте, не чихайте. Всем пока-пока. До новых встреч.